Ребята, всем привет. Пока сейчас лазил под капотом у Пассата, заодно вспомнил о своих передних опорах от Шарана и решил вам показать то, что с ними стало. Просела ли подвеска, ходят, уже прошло почти полтора месяца с того момента, как я их установил. Мне говорили, что через месяц они сядут и будут такие же, как и родные. Ну вот, видите, подвеска стоит, передок поднят. И посмотрим, что случилось с опорами. Водительская сторона. Все прекрасно. Как стояло, так и стоит. На трамплинах я, слава богу, не прыгаю, что у меня колеса не отрываются от земли. Вот. Поэтому все как стояло, так и стоит. Вот я смотрю по внешним зазорам. И теперь хочу померить высоту. Высоту, высоту. Что-то было тут у меня 44, по-моему. А, 47. Сейчас 46. 46 с копейками. Не, ровно 46. Ну, на сантиметр ниже стала машина. А может быть, здесь бугор на сантиметр. Где-то я мерил еще. Здесь, по-моему, вот так вот я мерил. Здесь 65 с половиной около колеса. Вот такие вот результаты. Чувствуют они себя отлично. Эти опоры шарановские, с непонятно как сделанные. Вот. Так что, если кто-то хочет себе ставить такие опоры, ставьте, даже не задумывайтесь. Даже можете сделать вот так вот, как я сделал. То есть две шайбы. У вас машина реально поднимется, и реально она ездит, и ничего с ней не происходит. Да, здесь нету сверху этих чашек. Многие мне писали, я не знаю, может, вы, честно говоря, прикалывались. Говоря то, что они отвалятся, когда колесо оторвется от земли, когда ты прыгнешь на трамплине. Но я, блин, я не занимаюсь прыжками в длину на этой машине. Я на ней езжу. Вот, и я не подпрыгиваю на ней. Она спокойно ездит, все прекрасно, все хорошо. В общем, вот такая вот как бы история. Если вы, конечно, прыгаете на трамплинах, то вам такие опоры не подойдут. Даже родные пассатовские они вам не подойдут. Вот. Подвеску нужно будет перебирать, переделывать. Ну, в общем, вот такой вот результат. Всем добра и всем пока.